Предлагаем для семейного просмотра один из самых любимых музыкальных фильмов всех времен «Гусарская баллада». Лето 1812 года. Шурочка Азарова – бойкая и острая на язык молодая дворянка на выданье. Она воспитывалась без матери, которая умерла при ее рождении двумя закаленными в боях воинами – дядей майором и его денщиком, который заменил ей няньку. Молодая девушка обладает необычным для барышни того времени закаленным характером, умением держаться в седле, фехтовать и стрелять из ружья. Шурочка заочно помолвлена с поручиком Дмитрием Ржевским, который на днях должен приехать к ней в дом, чтобы впервые повидать невесту. Молодые люди изначально имеют по отношению друг к другу предвзятые отношения, но грянула война. Так что, сидеть в поместье и ждать врага? Нет, Шурочка решает по-другому. Коня, саблю и что же ждет героиню дальше? Приятного просмотра! Спасти меня и снова убивать? Но это право по-гусарски слишком.